У нас тут реальный юмор, ребята. Ролики выходят несколько раз в неделю, и авторы канала не зацикливаются на одном формате. Есть и чат-рулетка, и скетчи, и блоги, и ненависть к косплеерам. Постоянно появляется что-то новое. Присоединяйся и подписывайся на канал. 99 лайков. Ссылочка находится в описании. Я делаю очень много шоу о бухле, потому что я алкоголик. И из-за этого меня часто спрашивают: Юра, посоветуй какое-то любимое пиво. Или: Юра, какое вот самое лучшее вино? Типа, ты стал много пить вина, посоветуй нам, какое из них самое лучшее. Я вам могу сказать, друзья мои, с уверенностью бывалого человека, лучшее пиво – это пиво. А лучшее вино – это вино. Вина делятся на красные, белые, там, сухие, полусухие, полусладкие. Все. Внутри этих категорий, в принципе, различия несущественные. То есть бутылка вина за 5000 рублей, а я такое пил, потому что я же, блядь, богач, не забывайте. Она, ну, категориально ничем не отличается от бутылки вина за 700 рублей. Если уж совсем честно говорить, то и за 300-то вино не сильно отличается. Ну, уж, наверное, тут есть отличие только совсем уж мочой, которая в коробках за 50 рублей продается. И то же самое с пивом. Я часто сталкивался с людьми, которые говорят: я вот, Юра, тоже, типа, пивной алкоголик, я постоянно, типа, люблю бухать, но я вот пью только вот это вот пиво, оно ирландское, там, определенный эль, его наливают вот в этом баре в Москве, и пинта стоит 1000 рублей. Вот такое пиво я пью, я тоже вот алкаш, могу его ведрами пить. Дружище, такое пиво даже не пьющие будут пить. У меня сюрприз для тебя. Если ты любишь какое-нибудь супер дорогое, блядь, пиво или там вино за 70000 рублей, блядь, да человек, который всю жизнь не пил, если ему предложить вино за 70 штук, он его выпьет и скажет: да, очень вкусно. Но любишь ли ты пиво, если ты, например, не можешь выпить баночку Невского? Ты такой: фу, какая моча! Российская гадость, не буду. Да ты, блядь, не любишь пиво. Все равно, что сказать, типа: я сексоголик, у меня проблемы, я трахаюсь со всеми подряд. А когда тебя спрашивают, так со всеми подряд в смысле? Это такой: ну, только с супермоделями. Я вот не могу отказаться от секса, блядь, с супермоделями, с кинозвездами, такая у меня зависимость. Нет! Ты сексоголик, если ты ебешь каких-то, блядь, шаболт, нахуй, придорожных, там, не знаю, блядь, знакомых, подруг, блядь, там, жен лучших друзей, вот, блядь, тогда ты сексоголик. И ты не алкоголик, если ты: ой, я пью пиво, но только, блядь, пиздецкое, дорогое. Забейте, пиво, оно разное, вот главный секрет, блядь, пиво, да и вина, пожалуй, оно просто, ну, немножко разное на вкус. Нет гарантии того, что вкус светлого фильтрованного лагера за, блядь, 400 рублей понравится вам больше, чем вкус вот такого же лагера за 80, например. Гарантий никакой нет. Оно просто, блядь, разное. Как конфеты какие-то разные. Бессмысленно же продавать, блядь, какие-нибудь конфеты в 50 раз дороже просто из-за того, что они... Ну, наверное, кто-то так и делает, и кто-то даже ест такие конфеты, блядь. И кто-то мне сейчас скажет: Юра, ты никогда просто не пробовал швейцарского шоколада. Но я вам скажу так, это все хуйня. Не слушайте никаких долбоебов, которые, блядь, говорят вам, что нужно пить какое-то конкретное пиво. Это все реклама и уебанство. Блядь, пейте, что нравится, что подвернется под руку, что друзья закупили, блядь. Ну, если вы, конечно, алкоголик, да. Если не алкоголик, не пейте ничего, нахуй вы вообще тут смотрите, блядь. Для кого я тут распинаюсь?